Ну, артисты тоже люди, поэтому артисты, не артисты, высказываться, да, и на свободу слова. Это во-первых. Во-вторых, ну, понятно, если ты артист, публичный человек, и ты все, что бы ты не высказал, ты понимаешь, да, что это будет услышано, и дальше ты должен понимать, для чего ты это делаешь. То ли ты хочешь, чтобы за тобой пошли люди, то ли ты просто это сотрясаешь воздух, как у нас это часто получается, а потом ты сотрясаешь воздух просто так в пустоту, еще за это получаешь. Ну, важно понимать, для чего ты это делаешь. Часто у нас просто бывает, люди это делают, получается, что не для чего, но вообще, в принципе, как сила, да, вот как слово артиста, это хорошая сила. Но тогда, друзья, мне кажется, нужно четко понимать, для чего и с какой целью, и тогда это использовать в правильном русле, не знаю, помогать людям и так далее, как вариант. Я, что касается политики, я человек аполитичный, поэтому, в общем, меня это никак не коснулось. Ну, вот так.